Региональная конференция «Движение первых» состоялась во Владивостоке. На ней были подведены итоги работы общественной организации, а также обозначены планы по ее развитию на будущий год. Мы должны объединить всю молодежь, всех детей разных возрастов, школьного, молодежь, для того, чтобы действительно делать добрые дела. И мы, как правительство Приморского края, готовы оказывать всяческое содействие, готовы помогать грантами по патриотике, готовы способствовать решению каких-то больших задач. Во время торжественной части собрания Вера Щербина вручила благодарственные письма губернатора Приморского края. Кроме того, в рамках всероссийской программы «Мы граждане России» свои первые паспорта получили приморские школьники-активисты. Первыми стали более 25 тысяч приморских детей. Это практически 10% всех наших детей. Родители, наставники, педагоги, более чем 450 организаций от нашего края уже открыты первичные отделения, в которых вы, ребята, и создаете деятельность этого движения. И именно благодаря вам и вашим наставникам в крае проведено более 100 различных ярких, зрелищных мероприятий. Я убеждена, что это хороший показатель для такой молодой организации. Также председатель Совета регионального отделения «Движение первых» Анна Кашицына продемонстрировала выставку, на которой размещены фотографии с различных мероприятий ребят-активистов. На мероприятии школьники смогли пройти курсы молодого бойца, написать письма российскому солдату и поучаствовать в различных мастер-классах. «Движение первых» – это не только способ чем-то себя занять в свободное время, но это способ найти свое место в жизни, помочь развить множество способностей, с которыми вы, ребята, легко можете войти во взрослую жизнь, менять нашу страну исключительно в лучшую сторону. У нас для этого есть все. Думаю, что мы совместно с вами сможем сделать очень многое, вовлечь в свои ряды всех ребят, которые рядом с нами находятся, и делать всегда добрые дела, прославлять нашу Родину и прославлять наш Приморский край. Напомним, региональное отделение «Движение первых» открылось летом 2023 года. За это время были открыты 452 первичных отделения организации. Губернатор Олег Кожемяка является председателем Координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» в Приморье. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.